Сотрудники лаборатории водоканала берут пробы из канализационных люков. Их задача выяснить, как работают жироуловители, так как сеть забивается не от количества сточных вод, а засоряясь жиром, идущим с объектов, расположенных в районе рынка. Не то, что запах заливает дворы. У меня вообще рекой течет. Вот это, у меня же самый центральный люк, вот это, весь удар на меня. Пробу брали на жиры. 200 раз повышает уровень. Вот. Главное определить, почему с очисткой не справляются жироуловители и сеть забивается. Будет сделана экспертиза с целью выяснить, нужны ли новые жироуловители и какого объема. Через протоки коллектора проходят сливы от 25 объектов, в том числе 5 гостиниц, 7 частных домов и многоэтажек, целая сеть кафе. Доступ к люкам и трассе без промедления освобождали предприниматели и все заинтересованные в решении этого вопроса. Передается на баланс водоканалу, и, соответственно, уже будет график очистки, и я думаю, что люди уже не будут так страдать. Лариса Басова, Алексей Мухуртов, Анапа регион.